Итак, друзья, а что у нас, собственно, с Windows 11 на неподдерживаемых устройствах? На моем канале уже достаточно роликов, как установить Windows 11 на неподдерживающие Windows 11 устройства. Короче, на любое, я там устанавливаю даже на старенький 2008 или 2009, значит, ноутбук с Атомом одноядерным, маленькие нетбуки, помните, такие были. Соответственно, ну и здесь у меня процессор FX6300, он не поддерживается Windows 11, и видеокарта GT630. Однако, смотрите, обновления пришли, октябрьские обновления, другие обновления, вот KB501-2170, абсолютно все обновления, которые ко мне приходили на мой обычный ПК с обычный Windows 11 лицензионный, и там у меня тоже, значит, все хорошо, и все железо современное, официально Windows 11 поддерживается. И все то же самое приходит и сейчас, и на неподдерживаемые ПК обновления, все те же самые. Так что, друзья, вот, собственно, вот так вот, значит, вот почему-то Microsoft Defender, ну-ка повторить, чтобы он еще раз попытался установиться. Сейчас, естественно, все установлю и обновлюсь, значит, перезагружу устройство. Так что, друзья, вот так вот, единственное, что нету обновления. Если честно, я даже надеялся, почему, что обновление Windows 11.22H2, почему-то, я так думаю, что оно придет на неподдерживаемое Windows 11 устройство, но оно не пришло, друзья. Так что вот так вот. Мы перезагружаем сейчас устройство, и ну, вот, собственно, вот такие вот пироги.